Приветствую всех, меня зовут Константин, и сегодня у нас с вами заключительная серия нового прохождения игры головоломки The Witness, свидетель 2016 года. Итак, можно смело сказать, что мы полностью прошли всю игру, мы открыли все ее секреты, мы просмотрели все видеолекции, нашли все чертежи. Осталось только нарисовать лишь две природные линии. Одна из них связана с истинной концовкой, впрочем, немножко забегая вперед. Но прежде чем мы пойдем уже к истинной концовке, давайте подойдем к озеру. Я вам в прошлом видео обещал рассказать удивительную тайну, связанную с этим озером, которую я обнаружил в процессе своего прохождения. Вы, возможно, обращали внимание, на всякий случай, из вас, кто играл, как выглядит озеро в начале игры и как оно преображается вот к концу, и особенно если вы все открыли и изучили, вот как, например, сейчас. Это не случайно. Дело в том, что это озеро самое что ни на есть интерактивная карта. Карта всего острова со всеми вашими достижениями. Ну, давайте разберем. Если фонтан, это понятно, это обелиски, они показывают степень закрашенности обелисков, и вот высоко бьющие фонтаны нам показывают, что мы все, практически все обелиски закрасили. Лампы, их всего 11, это, конечно же, лазеры. Если они светятся, они символизируют включенные лазеры. Причем все предметы расположены на озере не абы как. Обратите на это внимание. Таким образом, получается, что, смотря на озеро, вот на этот пруд, вы можете ориентироваться и представлять себе, где что искать. Если вы обратили внимание, вот та скульптура девушки-русалки держит фонарь, он мерцает. И действительно, несколько лучей лазера мерцает, если приглядеться, но не один, по-моему, два или даже три. Фонарь мерцает только один. Также можно обратить внимание на распустившиеся лилии, они символизируют найденные вами аудиозаписи, и всего их, если посчитать, 49. Но с аудиозаписями в игре вообще небольшая путаница, на самом деле их немного больше, и я вам чуть попозже уточню, сколько именно. Также в воде есть раковины, их всего 6, и они, судя по всему, символизируют местонахождение чертежей. Ну вот и все. Как бы не печально, но пора с игрой прощаться. Лично у меня она произвела очень положительное впечатление, не стоит повторять. В игре есть еще множество всяких маленьких таких загадок. В принципе, они ни на что не влияют и ни на что не намекают. Но вот все равно, вот если тщательно осматривать всю углу, можно что-нибудь любопытное вынаходить. То скульптуру собачки, сидящей на подушке с символом солнца. Не думаю, что это что-то значит, но тем не менее. Ну вот и все, как говорится, все возвращается на круги своя, и мы возвращаемся в начальный замок, где мы начали с вами игру, где, как мы понимаем, все должно закончиться. Стандартная концовка тоже заканчивалась здесь, где мы прилетели, в трубу вернулись. И здесь даже... И здесь же мы закончим истинную концовку. Но осталось еще лишь одни незаконченные дела. Для начала давайте откроем все плашки на воротах. Если помните, мы там потом перебросили питание на другой кабель, чтобы открыть калитку сзади замка. Теперь давайте все вернем, чтобы у нас был полный доступ к воротам. И давайте доразгадаем оставшиеся природные линии. Они находятся вот здесь. В самом начале, в моем самом первом видео, мы еще не были готовы разгадать эти линии. На всякий случай вот эту. Так как она довольно-таки сложная. Но теперь, когда мы уже освоили игру, освоили трехмерные цилиндрические панели головоломки, теперь мы сможем понять. Значит, опять же, с этой головоломкой я поступил так же, как поступал с предыдущими аналогичными. Я нарисовал ее на бумаге. Нарисовал все треугольники,
который, как мы понимаем, как и в случае с выброшенными панелями, мы должны обвести столько раз, сколько количество треугольников. И показываю вам результат. Вот как-то примерно так это все дело можно нарисовать. Возможно, это решение не единственное. Вот так вот мы видим, что у нас получилось разгадать головоломку, и вот на этом полу засветилась такая вот панель, тоже головоломка. Но прежде чем мы попробуем здесь что-либо сделать, давайте сначала обратим внимание вот на эти листья и на вот этот круг. Они представляют собой, ну, типичную природную линию, да? Которая вот здесь вот обрывается прямо в панели, ну и поэтому непонятно, что с ней, собственно говоря, надо делать. Ну, для начала давайте просто попробуем эту панель разгадать. Мы видим здесь две точки, которые надо закрасить. Ну, немножко такая путанная, лабиринт, но ничего особо сложного. После жуткого великого испытания в катакомбах нас уже ничто не может напугать. Попробуем, давайте ее разгадать и посмотрим, что получится. Например, вот так. И мы видим, что она засветилась, но ничего не произошло. Нам это, в общем-то, ничего не дает. А теперь давайте попробуем эту головоломку решить неправильно. То есть довести линию до конца, но не закрасить одну из точек. Решение, если я здесь правильно понимаю, получится только одно. Вот я вам сейчас его покажу. Для этого мы пропускаем точку, которая находится ближе к началу, где у нас начинается линия. Вторую мы с вами закрашиваем и подводим вот к этой ленте. И видите, из-за ошибки линия настала желтого цвета. То есть она по цвету совпадает с вот этой, с вот этими листьями. И это значит, что если мы поспешим, здесь опять советую зажать R2, чтобы побыстрее рисовать, мы можем вот так вот хитрым образом нарисовать эту линию, предпоследнюю природную линию в игре. Все. Отлично. Ну вот и все. Что теперь могу сказать? Давайте еще раз вспомним тот загадочный чертеж, что мы нашли в секретных катакомбах. И мы видим, что он в точности совпадает с панелью, которая находится на этих воротах. Значит, эти ворота и есть ключ к активации чего-то. Ну, а именно истинной концовки. Значит, ну давайте посмотрим, сколько здесь у нас треугольников на чертеже. И сообразно с этим мы будем рисовать здесь линию. Ребята, еще раз хочу сказать, что то, что мы сейчас делаем, это точка невозврата. Возврата назад, пути назад уже нет. Поэтому, прежде чем активировать истинную концовку, если вы хотите еще погулять по острову, поучиться разгадывать панели, просто покататься на катере, сделать что-то еще, сделайте это сейчас. Если же вы полностью уверены, что вы все в игре прошли, или же просто хотите поскорее уже увидеть ее окончание, то вставайте вот так, как я показывал в моем первом видео, где я рассказывал про возможности спидрана. Соединяйте солнце с этим вот энергетическим столбом. Но и если вы готовы, нажимаем. Ну, что же я могу сказать? Вперед! Итак, мы заходим вот в этот зал,
или офис, и вот здесь прямо перед нами лежит аудиосообщение. Давайте его послушаем, и после чего я расскажу про аудиосообщение. Searching and touching my world. It was my songs that taught me all the lessons I ever learned. They showed me secret paths. They brought before my sight many a star on the horizon of my heart. They guided me all the day long to the mysteries of the country of pleasure and pain. And at last, to what palace gate have they brought me in the evening at the end of my journey? Интересные слова, согласитесь, да? Ну что же, если мы внимательно изучили с вами озеро, то обнаружили, что на нем 49 раскрытых кувшинов. Это подсказка, что мы нашли 49 аудиосообщений. Но вот это сообщение, которое мы нашли здесь перед входом, 50-е, поэтому более точно аудиосообщений с цитатами, с всевозможными в игре, ровно 50. Я не знаю, почему вот это 50-е не учтено, но всего, вообще всего, аудиосообщений, тем не менее, больше. На самом деле, более точно 58. Остальные 8 сообщений, что мы здесь можем находить, это так называемый credits. Информация о создателях игры. Я, разумеется, не вижу смысла предоставлять здесь перевод, потому что там и так все понятно. Значит, теперь давайте полюбуемся отсюда на вот этот великолепный вид. И мы видим, совершенно верно, на горизонте монолит. Мы не смогли, к сожалению, к нему подойти, но отсюда было видно, что он закрашен. Таким образом, мы разгадали все 135 природных линий и закрасили все 6 монолитов. Jonathan Blow. Programming. Ignacio Castaño. Salvador Belmurtiano. Andrew Smith. Modeling and texturing. Luis Antonio. Orshi Spaniol. Eric A. Anderson. Что ж, давайте здесь еще раз все тщательно осмотрим. Хочу убедиться в том, что я ничего здесь не пропустил. Обратите внимание, какой необычный вид. Это какой-то дом, висящий буквально в облаках. И мы поднимаемся все выше и выше. И вот теперь мы заходим в какую-то пещеру с подозрительными вот этими светильниками. Так, здесь очередная запись о создателях игры. Я тут не вижу смысла что-либо комментировать. Давайте же посмотрим вот на вот что здесь можно увидеть сквозь стены. Мы видим совершенно верно тот самый грот, где мы с вами проходили великое испытание. Вот что это оказывается за пещера. Это пещеры истинной концовки. В общем, очень, конечно, интересно. Но нет, спрыгнуть, попасть туда уже никак нельзя. Ну и, ребята, подошло, наверное, время мне высказать свое финальное мнение об игре. Еще раз хотел повториться, что эта игра, головоломка, мне понравилась. Я еще раз хочу сказать, что у меня не такой большой опыт игр в логический пазл головоломки. Я не могу сравнить игру The Witness с другими играми, головоломками, опять же, много раз упоминавшийся мной Portal, например, потому что она совершенно иного плана. Эта игра такое философское медитативное погружение. Это если вы устали после работы, если вы просто хотите отвлечься, занять свой мозг чем-то. Эта игра в самый раз. Потому что очень многие современные игры сейчас требуют реакции, каких-то навыков, чего-то особенного.
Они часто для меня такие игры, как экшен, вообще не доставляют удовольствия, наоборот, только одна нервотрепка. А вот такая умиротворенно спокойная игра, как The Witness, в этом плане мне понравилась. Ну, исключительно я выражаю, конечно, свое мнение. Она очень такая необычная, она очень сама в себе. В ней необычный подход к исследованию игрового мира. Уверен, что многим она покажется скучной, мол, в ней нету экшена. Ребята, для меня экшен в играх не главное. Для меня главное сюжет и его подача. И The Witness оказался своего рода релаксом, таким, знаете, вегетативно расслабляющим релаксом для моего мозга. Хотя и здесь иногда, крайне редко, впрочем, были моменты, когда надо было действовать быстро. Если помните, беготня за катером, чтобы линии нарисовать, или это испытание в пещерах. Ну, что еще хочу добавить, конечно, возможно, отметить свой непрофессионализм. Заметно, что у меня еще совсем нет опыта в прохождении игр для YouTube, для записи своих собственных прохождений. Но, как говорится, первый блин комом, я не могу сказать, что прям совсем неудачно. Давайте полюбуемся отсюда, посмотрите в окно. Можно даже вот встать и сделать снимок на память. Посмотрите, как мы высоко забрались, даже намного выше вершины той горы. Отсюда отлично виден весь остров. Ну все, вроде бы я здесь ничего не пропустил. Таким образом, мы здесь нашли еще плюс 8 аудиосообщений о информации о создателях игры, так называемый credits. Таким образом, 58 аудиосообщений вообще всего в игре. Ну и вы можете увидеть финальную статистику по игре. Так вот, хотел сказать, что да, конечно, косяков в моем прохождении было очень много, и внимательные игроки наверняка заметили, что у меня была неточная информация по природным линиям, кое-где что-то не совпадало, была ошибка с подсчетом выброшенных панелей. Ну, ребята, приношу свои извинения, как говорится. Как говорится, первым блин комом, но мне тем не менее понравилось то, что у меня получилось. Пусть это получилось так, как получилось. Значит, давайте посмотрим, полюбуемся. Вот сюда мы вышли в какой-то подозрительный темный тоннель. И здесь что-то такое непонятное видно. Явно это к отношению игры не имеет. Но что это такое? Как будто какой-то офис. Вот здесь вот можно активировать единственную панель. Последняя панель в игре. Ну и, наверное, в общем-то все, ребята. На этом все. Сейчас вы увидите истинную концовку. Я надеюсь, что она вам все объяснит. Я хотел бы с вами на этом попрощаться. С вами был Константин. Оставляйте свои комментарии. Ну, а главному герою я хочу сказать лишь одно. С пробуждением. С пробуждением. С пробуждением. С пробуждением. С пробуждением.